Надпочечники – важный эндокринный орган. Именно он в стрессовый момент защищает организм, вырабатывает гормоны, ответственные за артериальное давление, работу сердца, жировой, минеральный, углеводные обмены. Если человек нервничает, надпочечники тут же реагируют, поддерживают давление, обеспечивают мозг и сердечную мышцу достаточным количеством питательных веществ, тем самым поддерживая нормальную жизнедеятельность. Нарушение выработки этих гормонов происходит при ряде хронических заболеваний. И прежде всего это надпочечники, заболевания гипофиза. В таких случаях при развитии шоковых или стрессовых ситуаций организму трудно самому реагировать на это, поэтому приходится включать синтетические аналоги. Если стресс хронический, гормоны выделяются с избытком и постоянно. Это может привести к патологии, гипертонической болезни сердца, нарушению репродуктивной функции в женском организме и даже сахарному диабету. При нервном напряжении и эмоциональных нагрузках стрессовые гормоны усиленно вырабатываются. Уровень глюкозы в крови поднимается. Это связано с необходимостью в энергии для преодоления стрессовых нагрузок. В результате развивается гипергликемическое состояние и недостаток инсулина в организме. Предотвратить эмоциональные встряски трудно, но минимизировать стресс, тем самым устранить развитие диабета, вполне возможно.